Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя, и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. В сегодняшнем видео мы поговорим про провальные аукционы облигаций федерального займа, про доп. Эмиссию компании UTR, а также Санкт-Петербургской биржи, про взлет акций ESKC, про пузырь в Соединенных Штатах Америки, про падение акций DiDi, про рост Твиттера и компании Snapchat, ну и о многом другом. Конечно же, мы это сегодня тоже поговорим, так что обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Начнем мы с вами с новостей, которые нас ожидают на предстоящей неделе. В среду будет опубликован индекс потребительских цен в Австралии, а также в Канаде. Будет объявлено решение Соединенных Штатов Америки по процентным ставкам. И если по самим процентным ставкам здесь, конечно же, нет совершенно никакой интриги, то, конечно, огромное количество внимания будет приковано к тем заявлениям, которые позже будут сделаны на пресс-конференции. Это все будет также, опять же, в среду. В четверг нас ожидают данные по уровню безработицы в Европе, публикация протокола последнего заседания Европейского центрального банка, а также ВВП за второй квартал в Соединенных Штатах Америки. Ну и в пятницу нас ожидают данные по ВВП в Германии и в Канаде, а также данные по инфляции в Европе. Так что неделя, в общем-то, друзья мои, получится такой достаточно насыщенной на всевозможные события. Я рекомендую внимательно следить за новостным фоном, который явно будет играть ключевую роль в динамике основных инструментов на финансовых рынках. Ну и, собственно, давайте об этих инструментах и поговорим, как же стартовали торги по основным индикаторам финансовых бирж. Нефтяные котировки начали неделю с отметки в $73 за баррель марки Brent. Золото чуть поднялось, находится на отметке в $1810 за тройскую унцию. Индекс S&P находится на своих исторических максимумах, 4395 пунктов. Индекс ММВБ торговался в начале недели на уровне 3735 пунктов. Биткоин взлетел до отметки в $38000 за единицу. Индекс доллара немножечко просел, находится на отметке 92,7, а курс доллара против российского рубля держится в районе отметки в 74 рубля. Давайте начнем с новостей о провальных аукционах облигаций федерального займа. Там, как говорится, спрос отсутствует, и аукционы российского госдолга провалились уже третью неделю подряд. Они проходят при рекордно низком спросе и с трехкратным отставанием от плана по размещению, предложив инвесторам в среду, прошедшую два выпуска облигаций федерального займа на 20 миллиардов рублей, Минфин реализовал бумаги лишь только на 14 миллиардов. На первичном рынке спрос практически отсутствует. Проблемы с размещениями начались еще в июне, когда в силу вступили санкции Соединенных Штатов Америки в отношении госдолга Российской Федерации. Минфин зарегистрировал 5 новых выпусков, чтобы разделить рынок и не подвергать санкционному риску держателей старых бумаг. Нерезиденты в первичных выпусках не участвуют. Постсанкционные ОФЗ торгуются с премией по доходности, достигающей 15 базисных пунктов. Ну, то есть, проще говоря, на каждый миллиард размещенных ОФЗ Минфину приходится, по сути, платить дороже за новые займы на 1,5 миллиона рублей. В общем-то, согласитесь, тоже немало. Вообще, на самом деле, вот эта вся история с ОФЗ, санкциями и так далее, конечно же, в целом это негатив для российского рубля. Но негатив для российского рубля, самое главное, все-таки это не здесь. А самый главный негатив — это прогнозы по инфляции и оттоку капитала от Центрального банка Российской Федерации. Ну, про рубль мы отдельно в конце еще обязательно поговорим, так что, опять же, не выключайте это видео и смотрите до конца. Давайте немножко про акции компании UTR. В общем-то, давно они не попадали на наши радары. Я думаю, что не так уж много, может быть, и у меня среди подписчиков акционеров этой компании, но, тем не менее, для вас важные новости. Акционеры авиакомпании UTR одобрили доп. Эмиссию на 13,6 миллиарда рублей для реструктуризации долга. Компания разместит более 4 миллиардов обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена размещения, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составит 3 рубля 25 копеек. К слову, на бирже акции UTR торгуются в 2 раза дороже. Акции доп. Эмиссии разместят в пользу существующих взаимодавцев компании. Это позволит конвертировать долги авиакомпании перед этими организациями в акции. Ну и такой процесс является необходимым этапом комплексной реструктуризации долга, отмечают в компании. Это все позволит выполнить требования банков-кредиторов, существенно снизить долговую нагрузку, а также улучшит кредитные и финансовые метрики компании. Ну, в целом, понятное дело, что, наверное, реструктуризация долга — это всегда хорошо, наверное, да, не всегда,
наверное, ну, почти всегда хорошо, скажем так. Не думаю, опять же, что среди моих подписчиков много акционеров UTR, но тем не менее, если вдруг вы здесь есть, акционеры UTR, вы, наверное, должны быть в курсе относительно этих событий. Я не знаю, честно говоря, как трактовать, потому что, с одной стороны, конечно, вообще авиастроительная и авиаотрасль в целом, вообще вся и все, что связано с авиастроением и с авиаперевозками и обслуживанием и так далее, конечно, сейчас испытывает не самые лучшие времена, это всегда была проблемная отрасль, а в период пандемии это вообще прям беда бедовая. И, конечно же, любые реструктуризации, да, снижение долговой нагрузки в такой период, это, конечно, крайне хорошо для любой авиакомпании. Но вот выигрывают ли акционеры, очень большой вопрос, потому что акции UTR, честно говоря, торгуются, ну, не очень активно, нет там какого-то внятного восходящего тренда, он, я бы даже сказал, скорее нисходящий, чем восходящий. И если вы, конечно, держите эти бумаги, у меня к вам только один вопрос, а зачем? Ну, ладно, бог с ним, с UTR, давайте поговорим о другой проблеме, которая назревает в России. Крупнейший в России производитель алюминия, я, конечно же, говорю про компанию Русал, пригрозил остановить заводы. И главная причина — это, собственно, введенные правительством пошлины на экспорт металлов. Ряд активов компании работают на грани рентабельности, а увеличение налоговой нагрузки сделает часть продукции убыточной и приведет к сокращению продаж на экспорт. И дальше цитата одного из топ-менеджеров компании, он говорит, что если мы не будем производить эту продукцию, то некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями. Ну, вы знаете, Русал не первый раз, не первый год уже говорит о таких вещах, и, в общем-то, масса предприятий Русала — это градообразующие предприятия, я думаю, здесь не обойдется все-таки без, вот этот весь шантаж Русала не обойдется без вмешательства правительства, может быть, даже президента, может быть, снова потребует вернуть ручку или еще что-нибудь в этом духе. Но в целом, конечно, для металлургов вот эти все введенные пошлины на экспорт металлов — это, ну, конечно, плохие новости. Мы с вами отдельно металлургов разбирали, и вот эти все новости, они привели к снижению акций металлургов, которые позволяют, в общем-то, на них взглянуть новым взглядом и, возможно, каких-то даже добрать в свой портфель по более привлекательным ценам. Все-таки не забываем, что металлурги — это серьезная, во-первых, отрасль нашей страны, во-вторых, металлургические компании платят достаточно щедрые дивиденды. И поэтому, хоть и введение пошлин может сказаться на размере прибыли и на будущих выплатах дивидендов своим акционерам, но тем не менее, металлурги, на мой взгляд, по-прежнему многие интересны. Но какие конкретно, опять же, смотрите видео, которое мы не так давно на эту тему записали. Акции Института стволовых клеток человека без видимых причин буквально за несколько дней взлетели более чем на 30%, причем не было никаких новостных событий, никаких корпоративных новостей и так далее. В начале июля Минздрав запросил данные для выдачи разрешения на клинические исследования вакцины против COVID-19 Буватекс КОВ-2. 14 июля ИСКЧ разместил 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей со сроком обращения 5 лет. И это были все, по большому счету, новости, но взлетели акции уже после всех этих событий. В акциях ИСКЧ, конечно, традиционно довольно низкая ликвидность. Возможно, что инвесторы попытались разогнать акции компании и как-то манипулировать ценой. И, возможно, конечно, ажиотаж в том числе связан с уже третьей волной коронавируса в мире. Я уж не знаю, с чем оно там связано, но если мы сейчас взглянем с вами на график ИСКЧ, то, с одной стороны, конечно, акции компании выглядят несколько перегретыми, но при этом с технической точки зрения они просто вышли из диапазона от 34 до 40 рублей за бумагу, и это должно привести, ну, по идее, вообще к дальнейшему росту акций. У меня в портфеле есть акции ИСКЧ, я их держу, продолжаю держать, и хоть там ликвидность маленькая, и в общем-то, акции этой компании могут быть подвержены каким-то какой-то большой волатильности, но тем не менее я держу акции этой компании, ну, просто потому что тема с вакцинами и с коронавирусом, она еще какое-то время, возможно, даже достаточно долгое время будет у нас на слуху, и это будет поддерживать стоимость этой бумаги. Поэтому, в общем-то, я их держу и считаю, что есть смысл еще удерживать акции этой компании. Ну и, кстати, не забывайте, друзья мои, пожалуйста, о том, что все, что я говорю в этом видеопрогнозе, конечно же, является моей субъективной точкой зрения и ни в коем случае не является никакой ни индивидуальной, ни групповой, никакой бы то ни было еще инвестиционной рекомендацией. Я знаю, что вы это помните. Ну, я на всякий случай это проговариваю. Ладно, идем дальше. Биржа Санкт-Петербургская проведет доп. Эмиссию акций перед IPO. Как вы знаете, Санкт-Петербургская биржа планирует провести IPO и решили не провести доп. Эмиссию акций, увеличив уставной капитал вдвое. А всего будет предложено чуть больше 114 миллионов бумаг номинальной стоимостью 3 рубля 75
копеек за две недели. Две недели назад Санкт-Петербургская биржа провела дробление своих акций, чтобы обеспечить их доступность для широкого круга инвесторов. Ну что ж, ждем IPO Санкт-Петербургской биржи. Я думаю, что оно может иметь довольно неплохой успех. Ну, конечно, в зависимости от того, по какой цене в итоге нам удастся поучаствовать в этом IPO. Ладно, давайте от российских компаний, от российских новостей немножечко двинемся за океан, потому что там тоже немало есть количество инфоповодов. Пузырь, инфляция и взрыв. Американский миллиардер предрек крах экономики Байдена. А план администрации Байдена, который планирует, в общем-то, разместить, инвестировать, точнее, или потратить 2 триллиона долларов, я уже называйте как хотите, на инфраструктурные проекты, вливая деньги в уже перегретую американскую экономику, могут обернуться разрушительным крахом. Это заявил миллиардер, инвестор Стэнли Дранкмиллер. Если бы я был Дартом Вейдером и хотел бы уничтожить экономику США, я бы пошел на агрессивные расходы в тот момент, когда экономика уже перегрета. Это буквальная цитата господина Дранкмиллера. Результатом такой политики обычно являются инфляция и пузырь. И мы уже имеем и то, и другое, как он считает. Темпы роста потребительских цен в США действительно сейчас на максимуме с 2008 года. Базовая инфляция рекордная за 30 лет. Это трудно отрицать. На рынке товаров вообще беспрецедентная с начала 1980-х годов. В то же время вливание центробанков на 10 триллионов долларов породили ралли на рынках акций от акций до сырья и подбросили капитализацию глобального фондового рынка до беспрецедентных 125% от ВВП. И что говорит Дранкмиллер по этому поводу? Это самый большой пузырь в моей карьере. Он также говорит о том, что именно бедные платят вот этот самый инфляционный налог, и они не могут от него ни убежать, ни как-то от него защититься. И результатов новых вливаний станут сначала невероятно высокая инфляция, а затем экономический взрыв. Именно так считает миллиардер. Ну, тут, знаете, можно по-разному относиться к этим высказываниям, в общем-то, но трудно не согласиться с тем, что та политика, которую проводит американский Федеральный резерв, американское правительство, президент Соединенных Штатов Америки, вот эти все вливания, это, конечно, нам, инвесторам, на руку, замечательно и все хорошо, потому что это подбадривает рынки, толкает их вверх, толкает акции многих инфраструктурных компаний вверх, но при этом, конечно же, это делает будущий крах американского фондового рынка, ну или давайте так, крах, это, наверное, слишком громкое слово, но, скажем так, будущие коррекции, будущие падения американского фондового рынка, которые так или иначе рано или поздно случатся, делают их более болезненными в перспективе. То есть нам сейчас, так знаете, хорошо, хорошо, мы зарабатываем, но потом, друзья мои, будет больно, и об этом нужно помнить. Ну, мы когда будем смотреть на график индекса S&P, мы об этом еще отдельно поговорим. Давайте взглянем на картинку с Твиттером. Твиттер сообщил о значительном росте выручки за последние 7 лет. По сравнению с прошлым годом, прирост составил 74%, это данные за второй квартал 2021 года. Выручка выросла до 1,19 миллиарда долларов, в основном за счет поступлений от рекламы. Акции компании на этом фоне прибавили 10%. Компания также дала позитивный прогноз по выручку на третий квартал текущего года. Руководство ожидает, что выручка может вырасти вплоть до 1,3 миллиарда долларов. Ну а эксперты считают, что все-таки оценки руководства немножечко завышены, и такой консенсус прогноз сходится на том, что рост выручки будет до 1,17 миллиарда долларов. Давайте взглянем на график. На самом деле, с технической точки зрения, мне картинка по Твиттеру не нравится. На дневном и на недельном графиках мы видим расширяющиеся диапазоны. И пока тут не будет внятного тренда, я бы вообще ничего не делал с акциями Твиттера. Если вы их держите, я бы, честно говоря, фиксировал бы их, пока они не возобновили свое снижение. Еще одна важная новость, еще один ньюсмейкер прошлой недели, это была компания Didi, которая не так давно разместила свои акции на бирже. Ее акции рухнули достаточно серьезно, там в пределах 10% после новости о беспрецедентных санкциях в Китае, которые могут применить к компании. Китайские власти оштрафуют агрегатора такси Didi после листинга на бирже США. В бумагах начались массовые распродажи после того, как, собственно, появились эти новости. Санкции в отношении компании могут быть даже более жесткими, чем те санкции, которые были применены к компании Alibaba. Напомню, Alibaba заплатила штраф в 2,8 миллиарда долларов. Это было сделано в апреле, и через два дня после того, как Didi разместила свои акции на американской бирже, администрация киберпространства Китая начала расследование в отношении сервиса заказа такси, запретив ей на время регистрацию новых пользователей. А перед выходом на биржу регулирующие органы Китайской Народной Республики призывали Didi обеспечить
обеспечить безопасность своих данных, прежде чем выводить акции компании на IPO или перенести размещение на биржу в Гонконг или вообще на материковый Китай. Однако в отсутствие прямого запрета компания решила не откладывать IPO, а провести ее как можно скорее, пока не запретили. В итоге, собственно, китайские власти, видимо, на все это дело обиделись и решили, что пора провести расследование в отношении компании DiDi. Ну, в общем, надо сказать, что китайские власти кошмарят ведь не только акции там Alibaba или акции DiDi, они кошмарят также и акции и компании образовательных всевозможных платформ. Собственно, новость об ужесточении регулирования онлайн-образования в КНР обвалила стоимость акций китайских образовательных платформ на биржевых торгах. Некоторые теч-платформы в Китае рухнули до 50%. И вообще, вот эта вся история с Китаем, на самом деле, вот много вопросов тоже было по поводу DiDi, я чуть-чуть к ним вернусь. Что стоит делать? Выходить, не выходить, там, закрывать позиции, наоборот, покупать, пока подешевело. Друзья мои, ну, смотрите, тут очень важный вопрос, это где вы входили. Если вы входили на IPO, и у вас сейчас локап период, вы, ну, что бы вы ни хотели, как бы вы ни пытались, вы из этих акций не выйдете. Поэтому нужно ждать завершения локап периода. Вот, если же вы их покупали на бирже, то мне не совсем понятно, зачем вы, честно говоря, это делали. Конечно, сейчас бы я, наверное, от них избавился. Опять же, зависит все сильно от горизонта. Если на очень длительную перспективу, там, типа 5-10 лет, вполне можно сохранить. Но если это были спекулятивные сделки, однозначно из них выходите. И вообще, в принципе, строить какие-то прогнозы по DiDi невозможно, потому что они только-только вышли на биржу. У них еще нет истории торгов, нет нормального графика, нечего с технической точки зрения, вообще абсолютно нечего анализировать. Поэтому в локапе держим, тут вариантов немного, нас тут не спрашивали. Долгосрочные позиции, ну, в принципе, можно подержать, если вы верите в эту компанию. Ну, а спекулятивно, конечно, надо из нее выходить. Кстати, по поводу, вернемся все-таки к образовательным платформам, им могут запретить привлечение как частного, так и иностранного капитала и проводить IPO. Регулирующие органы могут прекратить регистрацию новых компаний, которые предлагают репетиторство. Власти могут запретить инвестиции в образовательные компании, которые уже торгуются на биржах. Регуляторы могут провести проверку существующих онлайн-платформ и сделать сектор вообще некоммерческим, они могут в конечном итоге. Ну, а сами вы понимаете, да, что это полностью может уничтожить отрасль. Надеюсь, что китайские власти, конечно, до этого не дойдут. А на фоне всех вот этих вот кошмаров вокруг DiDi, вокруг образовательных платформ, инвестиционные банки США начали заниматься переводом IPO китайских компаний в Гонконг. Инвестбанки пошли на этот шаг из-за ужесточения регулирования компаний с листингом за рубежом в Китайской Народной Республике и расследование в отношении DiDi. Однако IPO в Гонконге, на самом деле, говорят, это не панацея. И больше всего от новых правил в Китае может выиграть компания Гонконг Exchange and Clearing, акции которой в этом месяце уже подскочили почти на 15%. Но, тем не менее, один из менеджеров компании не оптимистичен в отношении будущего, хотя биржа может в краткосрочной перспективе выиграть от появления новых компаний, от листинга компаний на бирже из вот этих всех IPO. Но в то же самое время он говорит о том, что сейчас прижимают эмитентов, а потом китайские власти начнут прижимать инвесторов. И все это, конечно же, не очень хорошо для китайского фондового рынка, для акций китайских компаний и так далее. Ну уж раз менеджеры бирж начинают в Китае о таких вещах говорить, то, друзья мои, это повод призадуматься об инвестициях в китайский фондовый рынок. Я знаю, что многие из вас интересуются, собственно, этим. Ну и вот лучше давайте посмотрим на другие компании, на которые стоило обратить внимание, не китайские, а в частности американские компании. Вот, например, Snap взлетели на четверть, на 25% после публикации финансового отчета за очередной квартал. Владелец Snapchat нарастил выручку в два раза, превзойдя прогнозы аналитиков. Выручка Snap составила $982 миллиона, что на 116% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа подписчиков также превысил ожидания. Число ежедневных активных пользователей Snapchat за 3 месяца выросло на 23%. Из-за повышенной волатильности в Санкт-Петербургской бирже даже пришлось остановить торги акциями Snap на 30 минут. Теперь, что касается прогнозов аналитиков по поводу акций компании Snap. 25 аналитиков присвоили акциям рейтинг «покупать».
Трое лучше рынка, 9 сказали держать, а 1 сказал продавать. Консенсус прогноз по стоимости бумаг $83.60. Давайте мы тоже сделаем свой прогноз, взглянем на график. Вообще надо сказать, что Snap взлетели за год на 250%, это, конечно, беспрецедентный рост. Акция очень сильная, но я бы, честно говоря, здесь дождался коррекцию после вот этого бурного роста, который мы в последнее время видели. Хотя бы в район там $70-74 за бумагу. Но в общем-то хорошо было бы, на самом деле, акциям Snap закрыть тот гэп, который они образовали, а если будет еще и закрыт гэп, то в этом случае Snap может упасть до 64. Вот это прям был бы идеальный, на мой взгляд, уровень для открытия позиции. Так что обратите внимание на этот уровень. Moderna. Еще один ньюсмейкер. Это компания, собственно, которая по объему торгов выросла в 17 раз перед ее включением в индекс S&P на прошлой неделе, и во вторник акции Moderna стали одними из самых торгуемых бумаг на Уолл-стрит. За последние 6 месяцев объемы торгов бумагами Moderna составляли где-то $2 миллиарда в сутки, однако 20 июля только в последние секунды сессии были проведены сделки на $10 миллиардов. Всплеск интереса к бумагам, конечно же, связан с тем, что акции этой компании включают в индекс S&P, и индексные фонды купят примерно 17% компании для того, чтобы, собственно, удовлетворять тем требованиям, которые у них есть по регламенту. Фонды под активным управлением, которые оценят показатели по S&P, теперь с большой вероятностью купят бумаги компании. Так что, в общем-то, Moderna по-прежнему достаточно интересная бумага, на которую стоит обратить внимание. Ну и еще я бы хотел обратить внимание ваше на выход одного из конкурентов компании Tesla на биржу. Производитель электрокаров Faraday Future дебютировал на бирже NASDAQ. Конкурент Tesla объединился со SPAC для выхода на биржу. Он получил $1 миллиард для запуска массового производства кроссоверов FF91, который станет флагманом марки. Модель премиум класса FF91 станет продаваться по цене выше $200 тысяч и сначала будет выпускаться небольшими партиями. Ну, собственно, посмотрим, как будут развиваться события с Faraday Future. В любом случае, выход новых компаний на биржу, новых и любая конкуренция на рынке электрокаров, это, друзья мои, конечно, всегда хорошо. Ну а теперь давайте взглянем на валютный рынок, на товарный рынок, на рынок золота, посмотрим, что у нас там. Взглянем на график валютной пары евро-доллар. Здесь, по сути, все без изменений. Евро по-прежнему находится под давлением. Конвергенция, которую мы видим на дневном графике, продолжает формироваться. В ближайшее время пара может снизиться к минимальным значениям с начала года. Это отметка 1.17. Дальше ждем подтверждающие сигналы. Только после этого будем принимать решение о покупке. Потенциал снижения здесь, на самом деле, у евробакса достаточно ограничен. А вот вверх есть, на самом деле, куда расти. Были бы только здесь сигналы, на самом деле, на вход. И, на самом деле, хоть и есть потенциал снижение у евро к отметке 1.17, я все-таки больше смотрю на историю о том, что евро может на самом деле на этой неделе вырасти. Почему? Надо взглянуть на британский фунт, потому что фунт, в отличие от единой европейской валюты, уже начал отрабатывать конвергенцию на дневном графике. А цели для роста по этой конвергенции — это уровни 1.3890 и 1.39500. Соответственно, если британский фунт уже начал расти, то единая европейская валюта вполне вероятно присоединится к этому росту. И в общем и целом евро может выступить в качестве догоняющего за британским фунтом. Так что если вы фунта пропустили с входом, то можно просто, собственно, присоединяться к покупкам единой европейской валюты. Ну и еще одна валютная пара, собственно, по которой я чуть-чуть меняю свой прогноз, доллар-франк. На прошлой неделе мы говорили о том, что у валютной пары есть отличный шанс на рост. Однако с учетом динамики по евро, динамики по британскому фунту, а также с учетом того, что доллар-франк так и не вышел с диапазона 0.91400-0.92600, говорить о росте пока не приходится. И как раз сейчас главная история по доллар-франку — это как раз-таки выход из вот этого диапазона, напомню, 0.91400-0.92600, куда валютная пара из этого диапазона выйдет, туда, собственно, и направятся котировки в дальнейшем. Ну, а, собственно, движение здесь может быть действительно достаточно серьезное, так что доллар-франк здесь у нас такой в центре внимания, ждем выхода из диапазона. Давайте взглянем на японскую иену, она продолжает отрабатывать дивергенцию, которую мы рисовали на недельном графике, и вполне вероятно, что текущая коррекция данной валютной пары вверх — это неплохая возможность для открытия сделок на продажу, потому как на дневном графике, обратите внимание, продолжает сохраняться нисходящая тенденция, и дивергенция по-прежнему на недельном графике не отработана. Так что цель дивергенции — это отметка 108, она, друзья мои, по-прежнему актуальна. Так что держим позиции по доллар-иене, но кто не продавал, можно сделать это, в общем-то, сейчас. Австралийский доллар практически всю прошедшую неделю продержался в районе отметки 0.73500.
И не только рост, и только рост выше этого уровня, ну либо пробой отметки 73500 может привести к каким-то дальнейшим движениям по валютной паре. Но, знаете, есть такое, честно говоря, ощущение, что австралиец, он как будто ждет движений по евро, там, по британскому фунту, и он просто планирует к ним присоединиться, как это достаточно часто и бывает. Так что как только будет движение по британскому фунту и по евро, по британцу оно, в общем-то, уже началось, может начаться движение и по австралийцу. Поэтому в силу того, что фунт начал расти, и евро вполне вероятно пойдет в качестве догоняющего, я могу так предположить, что и австралийский доллар на этой неделе тоже начнет укрепляться. Но давайте взглянем на канадца, который уже там неплохо укрепился не так давно, мы об этом говорили, он начал отрабатывать, наконец, дивергенцию, о которой мы писали в ранних прогнозах. Здесь пройдена лишь только половина пути сейчас в отработке дивергенции. Цель по диверу — это отметка 1.23. Соответственно, к этому значению канадец будет в ближайшее время стремиться. Честно скажу, я подтверждающие сигналы на продажу пропустил, но вполне вероятно, что, в общем-то, если вы пропустили эти подтверждающие сигналы вместе со мной, то у нас откроется возможность для открытия сделок в ближайшее время. И, в принципе, даже там район текущих цен, где котировки начали торговаться в начале недели, довольно неплохие уровни для открытия позиций. Потенциал снижения в любом случае здесь довольно серьезный, так что можно присмотреться к канадцу. Ну, раз уже поговорили про канадца, давайте взглянем на нефтяные котировки. Тут тоже много интересного. Нефть, напоминаю, начала отрабатывать дивергенцию на недельном графике. До своей цели в районе отметки $63 до баррель котировки не дотянулись. Коррекцию, которую мы наблюдали на прошлой неделе, ее очень быстро выкупили, эту просадку, да, которую мы видели по нефти. И все это, конечно, может сбивать с толку, но на дневном графике, если так присмотреться повнимательнее, у нас довольно отчетливый нисходящий тренд. Это значит, что, скорее всего, падение продолжится. И причем этот тренд, он же начался не там, на этой дивергенции, он начался не вчера, не на прошлой неделе, а он начался еще в начале июля. Поэтому, в целом, несмотря на коррекцию по нефти, такую довольно серьезную, и выкуп вот этой просадки, которая была по нефти, я все-таки думаю, что потенциал снижения к отметке в 63, он здесь сохраняется. И знаете, будет крайне интересно на самом деле посмотреть, что будет с другими финансовыми инструментами, когда нефть все-таки дойдет до отметки в $63 за баррель. Будет крайне интересно посмотреть, что там будет с индексом S&P, как себя будут чувствовать котировки золота, что будет с рублем. Вот это будет очень и очень интересно. Так что, друзья, мы ждем. Ну, а вы, чтобы посмотреть, что будет, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать видео, где я расскажу о том, что же там будет и кто куда пришел. Давайте взглянем на золото. Золото находится под давлением с конца прошедшей недели, точнее уже позапрошлой недели получается. Пока мы находимся выше отметки в $1800 за тройскую унцию, поводов переживать здесь нет. Тем более, что сырьевые фондовые рынки все-таки сейчас штормит, и это может быть позитивом для золота. Собственно, по-прежнему уровень $1800 за тройскую унцию, там чуть ниже есть уровень 1795, это хорошие уровни для покупки, поэтому если, друзья мои, у вас золота еще нет в портфеле, если вы думаете, где купить, присмотритесь к этим уровням. Ну, по крайней мере, в моменте спекулятивно здесь, я считаю, можно заработать. Ну, а теперь индекс S&P, собственно, наш один из ньюсмейкеров, да, который всех так напугал на прошлой неделе своей глубокой коррекцией. И мы увидели не только коррекцию такую существенную вниз по индексу S&P и страх инвесторов, но мы увидели, как эту коррекцию стремительно выкупили. При этом после этого еще индекс S&P умудрился обновить свой максимум очередной. Я хочу напомнить одну, знаете, замечательную такую поговорку, что чем выше взлетаешь, тем больнее потом падать, да, и вот к индексу S&P, мне кажется, сейчас относится как нельзя, кстати, эта поговорка, потому что индекс S&P, он, конечно, может еще довольно существенно вырасти на фоне вот этих всех вливаний, которые есть, да, на фоне того количества денег, которые сейчас есть в мировой экономике, но чем выше будет подниматься индекс S&P и чем дольше рынки будут заливать деньгами, чем дольше у нас будут низкие процентные ставки в мире, тем больнее будет потом падение, когда ликвидность начнут изымать и процентные ставки начнут повышать. Что это все значит? Это значит, что сейчас мы держим, продолжаем держать с вами нос по ветру и зарабатываем на росте стоимости американских бумаг. Я не говорю о развороте завтрашнем, да, и что все сейчас рухнет, все срочно продавайте. Нет, держим хвост по ветру, зарабатываем хвост по ветру или нос по ветру, кому как больше нравится, зарабатываем на росте стоимости американских бумаг, но помним, что рынки могут не только расти, рынки еще могут падать.
Ну и давайте взглянем на биткоин, который порадовал криптотрейдеров своим небывалым ростом. Чисто с технической точки зрения, здесь все, что мы наблюдали в выходные утром в понедельник, это всего лишь навсего отработка той конвергенции, которую мы с вами рисовали уже достаточно давно на дневном, по-моему, графике. Да? Теперь у биткоина стоит задача пробить отметку в 40 тысяч долларов за единицу, и только пробой этого уровня может привести к дальнейшему росту крупнейшей криптовалюты мира. Но будьте внимательны, если отметка в 40 тысяч окажется непокоренной, то в итоге мы сможем опять свалиться в диапазон от 30 до 40 тысяч, да, и будем, собственно, болтаться где-то вот в этом вот, собственно, диапазоне. А что сейчас я рассматриваю как более вероятный сценарий, чем пробой отметки в 40 тысяч и дальнейший рост по биткоину. Хотя, ну, как бы смысл здесь ванговать, да, есть четкий уровень 40 тысяч. Пробьем 40 тысяч, пойдем дальше вверх. Не пробьем, ну, значит, так и дальше будем где-то вот 30-40 тысяч где-то в этом диапазоне топтаться. Ну и напоследок рубль, друзья мои. Здесь есть некоторые сомнения, конечно, относительно восходящего тренда на дневном графике, но тем не менее, если смотреть на уровни поддержки сопротивления, то отметка 74 рубля за доллар, ее котировки хоть и пробили вниз, да, но закрепиться ниже отметки 74 так и не удалось. Поэтому сейчас крайне важный момент, это что вообще доллар-рубль будет делать с отметкой в 74. Здесь как с биткоином, да, и отметкой в 40 тысяч. Если 74 будет пробит вниз по доллару-рублю, тогда у нас открывается потенциал к снижению. Если мы закрепимся все-таки выше 74, в этом случае, соответственно, будет дальнейший рост, там снова пойдем там, на 75, может быть выше, но в моменте я, честно говоря, выше 75 пока особенно не вижу. Здесь надо понимать, что вроде бы как есть позитивный фактор, вроде отскочила нефть. Да, вроде Центробанк наш повышает процентные ставки, и это позитив для рубля. С другой стороны, плохие прогнозы по инфляции в нашей стране, плохие прогнозы по оттоку капитала, вот эти провальные аукционы ОФЗ. Все это, конечно, давит на курс отечественной валюты, и я, честно говоря, здесь думаю, что в долгосрочной перспективе, как и, в общем-то, и всегда, у рубля гораздо больше шансов упасть, чем вырасти. Но в моменте мы внимательно наблюдаем за отметкой в 74 рубля за доллар. И только после того, как котировки что-то конкретное уже сделают с этим уровнем, будем принимать дальнейшие решения. У меня на сегодня все. Ваши комментарии вы можете писать под этим видео. Поставьте лайк, если было полезно и интересно. Ну и, собственно, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами был Глеб Задоев. Всем успехов в торговле и в инвестициях. И пока-пока.